Все очень удобно продумано, на мой личный взгляд. Ну, продумано даже не продумано, а все... Ох! Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это полный обзор о Galaxy A50. Телефон многим хорош, есть очень сильные стороны. Есть в нем свои действительно сильные стороны, которые лично меня удивили в 2019 году. Есть вещи, которые кому-то и не понравятся, но давайте по порядку, начнем с внешнего вида. Телефон полностью пластиковый, хотя Samsung на своем сайте утверждает, что это стеклопластик. Но выглядит все это как обычный пластик, он марки, кстати, у меня синего цвета на тесте, и отпечатки собирает достаточно сильно. Не такой скользкий, весит 165 грамм, это не так и много, учитывая, что здесь батарейка 4000 мАч, это большая батарейка. И телефон, ну лично у меня не оставляет какие-то ощущения дешевизны, из-за того, что ну, не выглядит он как-то дешево. Хотя со мной вы можете не согласиться. Для примера, вот Galaxy A10, десяточка, A10. Я когда ее распаковку делал, я вытащил из коробки, говорю, блин, это какой-то игрушечный телефон. Такое ощущение было, как детям покупают. Ну, речь все-таки о 50-ке. Некоторые вещи меня просто поражают здесь. К примеру, мне очень нравится, это сейчас подробный обзор будет о телефоне, просто расскажу то, что действительно мне нравится. Кстати, в Galaxy A30 это есть. Это по-настоящему крутая широкоугольная камера. Здесь 123 градуса, а 123 градуса это угол обзора нашего зрения, как мы видим. Поэтому, наверное, мне она так близка. Я хочу такую камеру себе, и я, наверное, уже высказывался в обзоре, или если нет, то скажу. Я, если бы не процессор Galaxy A50, я бы взял его себе и пользовался бы. Да, здесь не очень хорошее качество видео. Мне иногда важно снять что-то на видео. Для меня это важно, для себя. Но камеры вполне меня устраивают. Ну, давайте по порядку. Внешний вид пластиковый. Три модуля камеры на задней спинке. Они не выступают практически из корпуса. Под ними вспышка. Сверху только дополнительный микрофон. Кнопки включения и кнопки громкости с правой стороны устройства. Мне удобно. Для правшей удобно. Под большой палец правой руки все заточено. С левой стороны слот тройной. То есть именно тройной. Две сим-карты и карту памяти поставить в телефон можно. А учитывая, что телефон выпускается либо 64, либо 128 гигабайт встроенной памяти, и либо 4, либо 6 гигабайт оперативной, это очень хорошо. Динамик здесь, правда, только один обычный динамик, в меру громкий, мультимедийный, то есть стерео здесь нет, как на Galaxy, например, S-серии. Разъем для наушников сохранен, есть разъем USB Type-C, что хорошо, и микрофон. Все очень удобно продумано, на мой личный взгляд. Ну, продумано даже не продумано, а все... На мой взгляд, Samsung поступили мудро тем, что сюда поставили все, что в более дорогих аппаратах, будь то модуль NFC, будь то хороший аккумулятор, действительно 4000 мАч, супер AMOLED-экран, и стереозвука только не хватает, водозащиты не хватает, защиты от воды и пыли. Тройной слот есть, то есть и разъем для наушников не забыт. Это действительно здорово. Ну так, с внешним видом, я думаю, пора уже заканчивать. И отмечу, есть вырез на экране. Переходим плавно к экрану. Экран по технологии OLED, AMOLED. Samsung производитель этого экрана 2340 на 1080, 19,5 на 9, вытянутый. Вырез сверху, который под фронтальную камеру, его можно скрыть, его не будет видно совсем. Притом также скруглено все будет, как и сверху, так и снизу, симметрично. Это AMOLED экраны, поэтому вырез, когда скрываешь, что пиксели там не работают, и чувство, что его просто нет. Там только время будет отображаться. Для тех, кому, как и мне, любой вырез просто не нравится. Хочется какую-то симметрию. Вот, по экрану могу сказать хорошее только, потому что действительно картинка сочная, картинка яркая, яркости даже с запасом хватает, телефон хорошо раскаляется, это плюс, учитывая, что за него просят не самые большие деньги в 2019 году, а серия очень доступна, на уровне прям реально китайцев. По экрану больше мне добавить ничего не хочется, потому что все, что нужно, есть, настройка цветовой температуры есть, можно поиграться, опять же, все очень хорошо. Переходим тогда к следующему пункту. Батарея. Аккумулятор здесь 4000 мАч, что, конечно же, хорошо. Правда, телефон крутит видео на максимальной яркости с заполнением полного экрана всего 12 с небольшим часов. Ровно столько же, сколько Galaxy A30, его младший брат. Это не так и много для AMOLED-экрана.
Потому что IPS-экраны при такой батарее, с таким экраном, они бы крутили 8 часов, 9, здесь 12. Но тот же Galaxy S, например, даже 10 с меньшим аккумулятором, за счет процессора все-таки, там более совершенные процессоры, и крутит там в районе 16 часов. Но все равно это много, телефона точно хватит на день при очень активном использовании. А если будете пользоваться аккуратно, то и на 1,5-2. Зачет, реально молодцы. Отдельно стоит сказать о беспроводных модулях. Здесь есть все, не все, конечно, для этого есть флагманы, например, нет беспроводной зарядки только, но есть модули NFC, и многим... Съехал, кто там съехал? Ну-ка, засранец. Redmi 7, съехал опять, Есть весь набор навигаций, GPS, GLONASS, BeiDou, все присутствует. А Bluetooth 5 даже есть, несмотря на то, что телефон относительно недорог. Переходим тогда к следующему пункту нашей программы. Это камера. И по камерам мне хочется рассказать очень многое. И кроме видеозаписи, которая мне не очень нравится, остальное все просто зачет. Ну, во-первых, стоит отметить, что камеры три основных 25, плюс 8, плюс 5 мегапикселей. Фронтальная камера на целых 25 мегапикселей. Мне нравится легкая достаточно менюшка Samsung. Например, одним нажатием в дебри меню не заходить, мы можем поменять 16 на 9, 4 на 3, 1 к 1 там, и так далее. Полный экран, то есть это 19,5 на 9. Функция, о которой я рассказал, это как наши глаза видят, ну, по крайней мере, так написано на сайте Samsung. Я всегда перед обзорами изучаю официальную информацию, стараюсь не зомбироваться тем, ведь все производители пишут про себя все самое лучшее, но я смотрю обычно характеристики, иногда и пробегаю глазами текст, например, материалы корпуса уточнить. Samsung пишет, что это как наши глаза видят, 123. Не знаю, насколько это правда, но вот... Именно снимать не в обычном формате, как все телефоны, а широкоугольной камерой реально классно. Потому что какой-то объем получается. Я фотографировал здание, которое на Баррикадной, сталинская высотка. Когда ты стоишь, ее фотографируешь, все уныло и обычно. По сравнению с широкоугольной камерой. Когда ты включаешь широкоугольную, у тебя не искажаются практически края, и получается совершенно другая картинка. Это реально очень круто. Я рекомендую вам оригиналы посмотреть. И что мне еще нравится, это то, что можно записывать такое же видео. Я для вас снял несколько роликов. Кстати, записывает Full HD и в основной, и во фронтальной камере максимум. И вот именно широкий угол очень и очень хорош. Мне это действительно очень нравится. Доступные всякие про-режимы, селфи, эмоджи. Можете сделать своего виртуального двойника. Кстати, более-менее похоже. Потом отсылать, например, в смс-ке или в WhatsApp'е картиночки, всякие эмоции. И, наверное, по камерам закончу. Да, кстати, чуть не забыл про модуль. Здесь даже есть FM-радиоприемник. Аналоговый, обычный, то есть не по интернету работающий, это редкость в нынешнее время. Переходим к процессору. Тут процессор собственного производства, набирающий 143 тысячи баллов в Antutu, это Exynos 9610, Mali G72 MP3, это видеопроцессор, три ядра всего в видеопроцессоре, но так-то частота 2,3 ГГц, это много. Ну, по факту, конечно, чудес никаких не будет. Та же игра PUBG Mobile, например, на высоких настройках вы в нее не поиграете. Но на средних вполне себе комфортно будет ваш герой бегать по огромному миру. Если вам не важны игры, вам точно совершенно хватит производительности этого аппарата. Все будет шустро, быстро, без задержек, без лагов. Не знаю, что через несколько лет будет, даже через год. Но, по крайней мере, сейчас все очень достойно. Оболочка Samsung UI 1.1, это новая их оболочка. Я ее подробно разбирал, делал даже целый обзор. В конце видео я поставлю ссылку на разбор именно оболочки от Samsung. И версия Android на данный момент 9. На данный момент это апрель 2019 года. Телефон, как и флагман, оснащен почти всеми функциями, что и во флагманских Galaxy, которые втрое дороже этого телефона. Есть и управление, например, жестами разные. Можно двойным тапом включить экран. Можно ВКонтакте, когда мы находимся, например, вправо совершить звонок, просто свайп сделать, влево смс-ку. Много разных функций, которые могут вам пригодиться. Единственное, учитывайте, если будете для него покупать стекло не оригинальное, то оно может не работать, как многие отзывы я уже слышал, а сканер может не работать, потому что сканер здесь расположен именно в экране в самом. Поэтому нужно покупать именно стекла, которые будут или пленки защитные поддерживать экранный отпечаток пальца. Он здесь встроен прямо в экран. Ну и, конечно, можно разблокировать с помощью лица телефона. В принципе, я рассказал все. Подводим итоги по этому телефону. Официальная цена на него на том же сайте Samsung 64 гигабайта стоит 20 тысяч.
Там, по-моему, 24 тысячи, и около того стоит версия на 128. Но это официальные цены. Если на том же Яндекс.Маркете посмотреть, там цены будут существенно дешевле. Ссылку я на цены оставлю под этим видео. На мой взгляд, за эти деньги получаем такой, пусть пластиковый телефон, но с хорошим воздушным дизайном. Рамочки не очень большие, снизу только большовато, но все-таки... Получаем телефон с хорошей батарейкой на 4000 мАч. Получаем телефон с довольно-таки приличными камерами. Ночные, конечно, не такие хорошие, как на более дорогих. Но и сравнивать аппарат там за 18, за 17 тысяч и за 50 глупо. Но что касается дневных снимков, то все очень даже хорошо. И особенно широкоугольные. Получаем и модуль NFC, и FM-радиоприемник, и весь набор функций в современном телефоне нужный. Тот же 5-й Bluetooth, который работает с двумя источниками, с двумя подключениями, например. Все есть, что нужно. Поэтому этот аппарат, если бы сюда, здесь, если бы в нем стоял более мощный процессор, я бы взял и себе вполне. А вы меня знаете, я пользовался разными недорогими телефонами, тем же Покафоном пользовался. Пользовался и флагманами разными, у меня много всего было, но вот этот телефон прям вот мне лично зашел. Не знаю, как вам. На этом у меня все. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Фотографии, оригиналы с этого телефона посмотрите по ссылке под этим видео. Там же найдете на него актуальные цены в рублях. А я же не прощаюсь, а говорю до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Счастливо!